Больше 200 спортсменов Серпухова провели выходные на свежем воздухе. В пансионате «Лесная опушка» завершился зимний туристический слет. На старт вышли 14 команд больших и малых предприятий города. Участникам предстояло пройти несколько сложных дистанций. Инна Шейнина следила за спортивными баталиями. На старте спортсмены-производственники активно разминались, подкреплялись и серьезно готовились показать хороший результат. В ориентировании на карте местности предстояло отметить контрольные пункты и быстро преодолеть дистанцию. И вот ответственный старт и досадное падение. Болельщики изо всех сил поддерживали спортсменов своих команд. Кто-то успевал запечатлеть спортсменов на фотоаппарат перед стартом, а кто-то подбодрить на финише. В эти дни спортсмены штурмовали короткую и длинную туристические дистанции, демонстрировали артистические способности в конкурсе художественной самодеятельности. Сотрудники одного из крупнейших заводов города отлично проявили себя и на сцене, и на лыжне, и стали лучшими. Команда завода «Металлист» заняла первое место в самой сильной группе команд-участниц. Во второй группе лидировали туристы «Металлист Лазер». Вообще мы приглашаем всегда приезжать семьями, потому что это очередной повод выехать куда-то на природу, побыть вместе с семьей в неформальной обстановке, отдохнуть. Детей привозят с лыжами вместе. Все участники турслета получили отличный заряд бодрости как минимум на ближайшую рабочую неделю. А уже в конце марта участникам спартакиады предстоит продемонстрировать свои навыки в плавании.